Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» выступило с инициативой о разработке законопроекта об ответственном родительстве. Ожидается, что это позволит более действенно защищать права и интересы детей. Об этом сказала лидер движения Прасковья Борисова сегодня на отчетно-выборной конференции. Благодаря предложениям от населения, республиканский закон существенно изменился от первоначального варианта. В настоящее время проект закона единогласно поддержан правительством республики и внесен на рассмотрение в парламент. Кроме того, речь шла о работе движения «Матери России» по республике в целом. Активных женщин у нас в районе много. У нас 9 поселений, и в каждом поселении мы создали общественные движения. И на сегодняшний момент у нас зарегистрировано всего 115 человек, но это только зарегистрированных. Потому что, в принципе, в своей работе мы вовлекаем практически всех. Цель, конечно, у нас одна. Для всех женщин, для всех мам. Для того, чтобы нашим семьям жилось хорошо. Наши дети были здоровы и счастливы в семьях. Это, наверное, основной приоритет, который мы должны добиться в своей работе.